Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Сегодня среда, 18 августа, и игрокам стали доступны 61 и 62 уровни известности. Кто-то, само собой, уже прокачал, и, глянув на награду, задумался, что это такое за улучшение для медиума, каким образом улучшается первый ряд проводников. Я сегодня на стриме все это разобрал, подготовил вам специальную хорошую вырезку, в которой есть ответы абсолютно на все вопросы. Но если у вас вдруг будут еще вопросы, то вы можете задать их в комментариях к этому видосику. Все, получается, приятного просмотра, наслаждайтесь этой двухминутной вырезкой. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Смотри, валюта уменьшается, итемы не дают. Что за скам? О. Что это пиздец? Я уже думал, заскамили на валюту. Вот, короче, реализация валюты. Хорошая вещь, на самом деле. Вот, смотри. Улучшенные ячейки усиливают эффект ваших проводников. Вот. То есть проводник чокнув Фроста дает 5,4% вместо 4,8. Вот, смотри. Неутолимый голод увеличивает урон ваших прислужников на 5,4. А 226-й проводник дает 4,8. Вот. Ну, мы сейчас будем апать, и апаться, походу, будут только на анхолика. Ну, давай проверим. Так, проводник точности апнулся. Так, проводничок на анхолика апнулся, хорошо. А, проводничок на купол апнулся. То есть общий, да? Угу. То есть улучшаются общие и на анхолика. Ага. Затвердевшие кости, сфера, жестокая хватка, песнь мертвых, объятия смерти апнулись, поглощение духа, сфера, неутолимый голод, песнь мертвых, затвердевшие кости, непроходящая чума, укрепленный щит, жестокая хватка, ненасытный аппетит, неослабевающая хватка. Вы уже полностью изучили все проводники для выбранной специализации. Отлично. Что мы делаем с оставшимися предметами? Мы, наверное, изучаем на Фроста. Почему бы и нет? Как бы валюта у меня осталась? Да, осталось. 22 тысячи, как бы, нормально. Юзаем на Фроста. Нужно еще и спекнуться во Фроста. Точно. То есть мало того, что нужно выбрать лут на Фроста, нужно еще и спекнуться во Фроста. Да. Все,